Глава республики Рашид Тимрезов встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, который с рабочей поездкой посетил республику. Рашид Тимрезов поблагодарил Сергея Евгеньевича за большое внимание, которое он с первых дней на посту руководителя субъекта уделяет развитию межрегионального взаимодействия. Поздравил его с юбилейными датами, которые отметил регион 80-летием государственности Кемеровской области и 300-летием Кузбасса. Глава Карачаево-Черкесии отметил, что между регионами уже есть успешный опыт взаимодействия в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2019 году. Но изменения, произошедшие в государстве и обусловленные такими масштабными событиями, как пандемия, специальная военная операция, требуют пересмотра плана совместных мероприятий, целей и задач сотрудничества в соответствии с вызовами, стоящими сегодня перед страной. И важно быть единой командой президента России Владимира Путина, консолидировать возможности и быть по-настоящему опорой и друг другу, и государству. Рашид Тимрезов и Сергей Цивилев актуализировали соглашение между правительством Карачаево-Черкесии и правительством Кемеровской области Кузбасса о сотрудничестве о торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах.